Мне кажется, единственное, что не хватает, это везения, наверное, какого-то и голов просто. Я думаю, все придет. В какую игру еще пока не знаю, но я думаю, мы обязательно прорвем безголевую серию и будем побеждать в каждом матче. Так что ничего страшного не произошло. Конечно, мы понимали, что постоянно будем на мяче, постоянно будем доминировать, будет много атак. И знали, что владение мячом, я думаю, там зашкаливает у нас. Просто чуть не хватило, сопернику чуть больше повезло и все. Ну, я думаю, вы заметили, что даже при 0-0 Шахов уже начал подниматься, потому что нам нужна была эта победа, и мы сильнее. Мы должны были побеждать этот матч, но футбольный бог по-другому подумал, и поэтому мы, наверное, проиграли. Поэтому даже при 0-0 Шахов идет вперед, потому что мы хотели как можно больше человек было в атаке, чтобы получилось забить наконец.